Мытищах в ДК Яуза ежегодно проходит праздник-фестиваль дружбы народов. В этом году также грандиозно отпраздновали этот праздник. На фестивале русские, татары, казахи, белорусы, осетины, дагестанцы, мордовцы, корейцы, цыгане, евреи и, конечно же, азербайджанцы продемонстрировали свою национальную культуру. Азербайджан в лице региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области с достоинством представил свою богатую и многогранную культуру. Организатором азербайджанской команды является Улдус Аскерова, председатель женского клуба региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области. Сегодня мы провели в городе Мытищи «Дружба народов». И мы, азербайджанцы, тоже в этом фестивале участвуем. Огромную благодарность хочу передать нашему администрации города. Спасибо им за такое условие, за такой прекрасный праздник. И всем азербайджанцам, которые сегодня присутствовали на этом празднике. Всем желаю добра, здоровья и мир над головой. Всех с таким прекрасным праздником дружбы народов. И сегодня еще хотела еще вот это добавить к этому празднику. В Азербайджане всегда отмечается с 26 по 8 ноября праздник фестиваля гранат. Вот. Гранат, она самый вкусный гранат выращивается в Азербайджане, в Гёйчае. И вот мы сегодня тоже в этом празднике сделали тоже праздник свой, отметили фестиваль граната. Здравствуйте, меня зовут Елена Парадис. Сегодня я здесь поддерживаю команду Азербайджана. Но это прекрасный, огромный фестиваль дружбы народов. И здесь представлено огромное количество разных культур, разных традиций, разной кухни, прекрасной одежды, прекрасных обрядов и обычаев. И очень здорово находиться здесь сегодня. Приходите, пожалуйста, присоединяйтесь к таким праздникам. Мне кажется, что в наше время это особенно актуально. В этом году Азербайджан в рамках праздника «Дружба народов» провел и свой национальный праздник «Праздник граната», в очередной раз напомнив миру, что родиной граната является Азербайджан. На здоровье! Спасибо! Полезен для здоровья очень сильно! Сегодня мы отмечаем праздник. Да, для России, может быть, он и новый, но он очень хороший и добрый, потому что это праздник дружбы народов. Дружба народов, ведь всегда на нашей территории жили разные народы, и поэтому сейчас, как никогда, нужно всем вместе объединиться. В Мытищах проходит фестиваль дружбы народов. Здесь представлены разные регионы, разные национальности, со своими традициями, танцами, со своими вкусными угощениями и рассказами о их родине. Очень сложно и тяжело, но мы должны быть вместе. И это очень главное и важно для нас, для всех. Сегодня мы в городском округе Мытищи Московской области. Здесь восьмой раз проводится фестиваль национальных культур «Дружба народов».
наша местная национально-культурная автономия, как всегда, на высшем уровне представили нашу культуру, нашу музыку, нашу кухню. Благодарность, безусловно, мутышевским азербайджанцам, руководителям Камиле Байрамову, Улдус ханым Аскеровой и, конечно, администрации, Совет депутатов и Общественную палату городского округа Мутыши Московской области за предоставленную возможность показать свою культуру. Такие мероприятия нужны. Благодаря таким мероприятиям мы узнаем друг друга. Невооруженным глазом видно было, что всем нравятся национальные песни, национальные танцы. И так будем продолжать. С праздником, дорогие друзья! Но этот праздник, он действительно сегодня, когда приобретает такой государственный масштаб, этот праздник народного единения говорит о том, что мы здесь не диаспора, я не соглашусь. Мы все россияне. Мы должны знать, что мы все под одним флагом российским, под одним гимном. Откуда бы мы ни приехали, с Азербайджана, с Армении, с Белоруссии, с Украины, мы единый народ России. России можно сравнить большим, самым большим, красивым бриллиантом в мире. У этого бриллианта есть грань. Каждый из нас, представляя свою культуру, дополняет вот этот единый огромный бриллиант. Малая Россия, есть Белая Россия, Белорусь, Малорусь и Великорусь. Мы сегодня живем в Великой Руси, и мы фактически, еще раз напоминаю, мы не диаспора. Мы россияне, у нас почти 99% русский паспорт. С праздником народного единения. Ура! Простите. Ну, сегодня у нас хорошее знаковое событие. В честь Дня народного единства мы делаем очередной фестиваль дружбы народов, который традиционно проходит в нашем Доме культуры Яузы. В этот раз он проходит более масштабно, потому что присутствует более большое количество национально-культурных автономий, которые проживают и трудятся на территории нашего городского округа. И в этот раз нам предоставили большой зал, потому что, как сказала глава нашего городского округа Юлия Олеговна Купецкая, что мы переросли малый зал. Этот фестиваль пользуется заслуженным доверием и популярностью у жителей и у гостей нашего города. Поэтому в этот раз он более масштабный, чем обычно. И как видите, что представлены национальной культурной автономии стенды каждой традиции, кухни, религии. И, наверное, этот фестиваль лишний раз подчеркивает, что мы живем в многонациональной стране. В концертной программе «Азербайджан» также с достоинством был представлен. Были продемонстрированы два танца в исполнении Рены Гафарлы. В танце «Мой Азербайджан», который был посвящен родине, также был продемонстрирован гранат. Второй азербайджанский танец «Попури» никого не оставил равнодушным, так как фольклор бессмертен, старинные азербайджанские танцы всегда вызывают особое внимание и любовь. Thank you.
Арина Габарова. Где представлены национальные костюмы, национальная кулинария. И, наверное, в каждой семье готовится плов. Вот есть семья, где плов не готовится. Наверное, такого нет. Все мы делаем манты, чебуреки, чак-чак, наверное, тоже кто-то готовит. И так можно до бесконечности, но это о хорошем. И надо привить эту любовь от нас, сидящим здесь, более молодым, что мы все разные, и при этом мы все едины. Дорогие друзья, за наше единство, а нам всем более стремления и, конечно же, победы. С праздником! Благодарим! Это был яркий, красочный и незабываемый день. В очередной раз мы убедились в том, насколько же прекрасна культура нашего Азербайджана. В первую очередь хотел бы всех поздравить с этим нашим общим праздником, фестивалем Дружба народов. Для нас это в первую очередь, конечно же, единение народа во всех их проявлениях, дружба во всех наших, во всех сферах нашей деятельности. И хотелось бы, чтобы вот этот сегодняшний яркий, разноцветный натюрморт народов, которые нас окружают, всегда наполняли друг друга и дополняли друг друга. Сегодня замечательное мероприятие, фестиваль дружбы народов. Дружба народов – это то, что объединяет нас, то, что делает нас всех самыми замечательными и вместе. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот я побыла сейчас на замечательном концерте, который посвящен дружбе народов. Замечательные были номера, танцевальные, вокальные. Мне очень понравилось. Спасибо организаторам, спасибо Мытищинскому району, который предоставил нам такой замечательный концерт. Очень прекрасный праздник был. Действительно, это дружба народов. Дружба народов. Очень прекрасное выступление нашей представительницы, особенно танцовщицы. Она очень запомнилась не только нам, но и нашим зрителям, нашим другим гостям. Это можно было подтвердить, даже подтверждается аплодисментами, которые была она награждена за красивый танец. А так, в общем, очень прекрасное оформление, очень прекрасная организация этого ансамбля. Спасибо. Сегодня прошел замечательный праздник. Сила России всегда заключалась в силе дружбы народов. И сегодняшнее мероприятие, которое организовано администрации города Мытищи, еще раз показала, что насколько жители России разной национальности дружны. Я думаю, что в настоящее время все государства завидуют Российской Федерации не за то, что у России самое мощное оружие, не за то, что вооруженные силы очень подготовлены, а за то, что в России все народы вот так вот дружно живут. И всегда будет так. Шум брата де кельгама ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня на празднике дружбы народов в Мытищах мы представляем мордовскую культурную автономию Мытищинского района. Мы выставили свою продукцию, наши национальные костюмы,
угощаем всех нашими традиционными мордовскими блинами. Мы живем в тесном сотрудничестве, в тесном единении, в большой дружбе со всеми национальностями, которые проживают в Мытищинском районе. Рядом с нами азербайджанцы. Мы их угостили блинами, они нас угостили гранатом своим, азербайджанским гранатом. Рядом с нами Дагестан, тоже будем сейчас друг друга угощать. Все нации, мы в Мытищах живем в большой дружбе и рады видеть со всеми.